Remember this very clearly. Был вопрос, как учитель на занятиях достаточно сильно воздействует на учеников, и если процесс у них включается очень быстро, через физические недуги, нормально же или как-то надо помягче воздействовать? Ответ такой. Пожалуйста, запомните одно. Which they never teach you in teacher training. Когда, этот факт состоит в том, что, о чем вас не учили на занятиях кундалини. When you are teaching, когда вы обучаете, you are never a teacher. Вы не учитель. When you are teaching, you are never a teacher. Когда вы обучаете, вы не являетесь учителем. You are a student of Guru Ramdas. Вы ученик Гуру Рамдаса. You are just a student of Guru Ramdas. Вы просто ученик Гуру Рамдаса. Never sit as a teacher, if not you get into trouble. Если вы будете обучаетесь и сидеть как учитель, у вас будет проблема. Карма. Это карма. They never teach you this. They want to make you teacher. Они just don't make a teacher. No, that is wrong. На занятиях учительских вам об этом не скажут. Это неправильно. Some of you may not agree with this, and I don't care. Некоторые из вас могут со мной не согласятся, но мне, в принципе, все это без разницы. You sit as a student on the teacher's bench. Вы сидите на месте учителя, но в качестве ученика Гуру Рамдаса. And you sit as a student of Guru Ramdas and allow Guru Ramdas to come and do what he needs to do. И позволяете спуститься Гуру Рамдасу и сделать то, что ему необходимо сделать. And Yogi Bhajan made this very clear. И Йоги Баджан говорил об этом очень ясно. But the problem is we just take some things and we don't take the everything that Yogi Bhajan has taught. Проблема состоит в том, что мы берем что-то, как бы вырываем какое-то из целого, а не берем учение целиком. So sit as a student of Guru Ramdas, and Guru Ramdas will flow through, and he will do what needs to be done. You don't interfere. И во время занятий вы становитесь учеником Гуру Рамдаса и просто позволяете ему делать то, что ему надо сделать. Somebody asked this question to Yogi Bhajan. Кто-то уже задавал такой вопрос Йоги Баджан. Very similar. Очень похожий вопрос был. And Guru Ramdas, Yogi Bhajan said, give it to Guru Ramdas. Йоги Баджан говорил просто, отдайте эту проблему Гуру Рамдасу. Don't interfere. Не прерывайте его. Make yourself empty. Пожалуйста, станьте пустыми. Pray to Guru Ramdas. И молитесь Гуру Рамдасу. And allow Guru Ramdas to do it. You don't interfere. И позволяйте Гуру Рамдасу работать за вас. Не вмешивайтесь. Okay.